Так, вот наша прогулочка продолжается. Уже ребятишки на берегу. Здесь поставили фигурку рыбака. Так, из чего она сделана? Ведерко. Денежки. Косыночку ему повязали. Крючочек у него есть. Усики даже. Вообще красавчик сидит. Рыбу ловит. Еще и паутина на нем. Отлично. Так, идем дальше. Здесь втекает маленькая речушка. Название я не скажу, какая это речка. Ну вот она, да, вот оттуда вытекает. Горная, холодная. Вот, туман, ничего не видно. Я думала, что мы саяны увидим. Потому что саяны, они очень острые горы. Не как холмы. Такие каменистые. И они отливают таким темно-темно-сине-черным цветом. А сверху у них снег. Это просто красота необыкновенная. Но, к сожалению, мы сегодня это ничего не увидим, потому что все, все в тумане, все затянуто. Все верхушки, все, все в тумане. Вот здесь берег вообще из таких острых камней. И, конечно, здесь купаться ну, невозможно. Здесь даже в воду зайти невозможно. Ноги переломать. Там, да? Спасибо. Потерялся парень. Рыбку ловит. Держи телефон дома, не забывай. Не знаю, надо было забыть. Как мы мимо, да, представляешь, баня на воде. Как это мы не как это мы... А мы же проезжали. Мы проехали мимо. Ничего себе, какие услуги. Аренда час, 1000 рублей. Вот эту лодку. Вот моя мечта покататься на такой да, штуке. А я вообще хочу купить. Только в теплом водоеме, не в Байкале. Все, баня на воде. Прикольно. Да. Баня, баня, баня. Только не очень хочется. Мы в бане будем у моих родителей. Там клевая баня с вениками. Веники мы добавляем полынь. И они очень ароматные, вкусные. Вкусные веники. Тоже часовня есть. Кто вот храм вот, не доезжает, вот сюда заходят. Тоже резной алтарь. Козочки. Вон девчонки уже с утра. На балкончике номера от 2000. Вот тоже получается небольшая территория, это небольшая, просто дом в 3 этажа выстроили. Вот, вот можно сесть на лавочке, помедитировать вдаль, насытиться воздухом байкальским. Пешечком не так далеко. Здесь от начала до конца минут 30, наверное, пешком 35. Так, вот да, дайверы у нас. Дайверы. Здесь есть катер с прозрачным дном. Но так как сейчас Байкал цветет, ну, такое время, не только Байкал, вообще водоемы сейчас цветут. Вот. Очень сложно что-то разглядеть на дне. Ну вот это место, где как раз идет погружение. Вот у нас здесь тоже дайвер. Все символично, все правильно. И вот они, два лягушонка в воде с аквалангами. Мне кажется, один ученик и инструктор, может, опытные ребята. Вот один еще на берегу. Ой, у них какое-то такое, конечно, такие тяжелые такие баллоны. Ну в воде оно, конечно, не такое тяжелое. Вот, видите, загружает. Как это происходит? Блин, как тяжело у них обмундирование, конечно. Но в воде
наверное, не будет, ну, не чувствуется эта тяжесть. Хорошо. Вот они там разговаривают что-то, на меня смотрят и не машут рукой. Вот, помашите мне рукой. О, помахал. Клевые такие лягушата. Супер дайверы. Так, а мы идем к кораблику к нашему. Домики. Все, люди едут. Воскресенье здесь тоже очень много будет народу. Вообще здесь сезон, получается, 4 месяца. Май, июнь, июль, август. Потом, ну, в сентябре еще, может быть. И потом январь, декабрь, январь, февраль, март. Ну, как там, может, с 15-х чисел начинается. Вот, 7 месяцев. Остальные месяцы здесь тишина. Поэтому... Вот мы прошли такой путь. И почта есть, и Сбербанк есть. Девчонки мои, чайки. Вон, люди уже пикничок устроили. Вот так хорошо, столик, креслица, зашибись. И яхточка, и этот водный мотоцикл. Красиво. Кафе Шуры-Муры. Вот, отель Югра. Вьюга. Отель Вьюга. Югра. Прочитала тоже. Грамота. Так. О, красивый отель, конечно. Прям. На первой линии огромное здание. Ресторан есть. Самое вкусное блюдо, которое нужно, конечно, попробовать, это филе омуля с лучком и с маслицем. Вкусняшечка. Мы вчера кушали плов, нам очень понравился, поэтому мы вернемся. Вот. Здесь, конечно, знаменитое место. Когда люди женятся, всегда приезжает лесянка. То есть это такое знаковое событие. Поздороваться с Байкалом, получить эту сизу, благословение Байкала на семейную жизнь. Поэтому парочки свадебные берут катера, прогулки снимают по Байкалу. Это как уже традиция. Дом культуры. Вот. Информационно-туристический центр, мясные лавки, хлеб, пресса, очень много продают сувениров. Понятно, кто едет на Байкал, потому что съездить на Байкал — это дорогое удовольствие. Если вот так взять, побыть на Байкале, пожить, это как съездить, не знаю, в Таиланд, те же деньги. Билеты дорогие, особенно сейчас. Я раньше брала билеты за месяц, цены как-то были пониже. А сейчас даже за месяц цена очень высокая, потому что едут не только иностранцы, едут со всей России, так как ограничения сейчас по путешествиям. Ну и, в принципе, путешествия за границу сейчас выросли в разы в цене. Но всегда все равно дороговато. Билеты я брала за почти за 50 тысяч туда-обратно. Дорого. Так, это что у нас? Это у нас школа. Местная школа большая. Точка роста. Аллея памяти. Ну, как могут, вот облагораживают. Хотя дорожек нет. Я представляю, сюда приезжают иностранцы, конечно, вот это облагородие бы могли сделать. Дорожки, потому что непонятно, где дорожка, где машины едут. Машин очень много, парковок нет. Ну, то есть немножко не предусмотрено, но и не здесь не позволяют. Размеры, потому что здесь сразу получается слева сопки, то есть не расширить дорогу, справа Байкал, все, и вот ты как ни крути, не можешь. А вот это не наш катер, девочки? Нет, да, наш там дальше. Парки, погулять, там же этот Галицк, да, шикарный парк. Великий человек оставил после себя. Молодец. Не после себя, еще при себе.
Так, идем. Вот. Негде. Вот напоминает тоже такой. В Краснодаре также. Дорог. Не в самом Краснодаре, а где вот море отдыхает тоже. Дороги, и машины, и люди, и сразу торговля. И все. Дальше. Идем. Ну, по сути, вот мы и пришли. Вот здесь сейчас мы покушаем, попьем чаек и пойдем на лодочку. Катерочек стоит. Так, вот мы заказали салат, заказали три плова, заказали вот такие сладенькую пахлаву. Женя уже пошла, о, все, несут наш плов, все, мы побежали. Надеюсь, успеем на наш теплоходик. Все, мы рассчитались. А, лошади, да, тут сидят ложками, так, это сюда, все положили, все, пока-пока. Да, до свидания. Все, спасибо, бежим. Ты, может, пакетик у меня возьмешь? Отсюда тебе бежит налегке. Ты не хочешь у сестры взять хоть что-нибудь, блин? Побежали, успел. Сейчас будем наслаждаться, как всегда. Вот стоят яхточки. Ой, солнышко вышло. Да, у меня, я вчера целый день в очках была, у меня так не загорело около глаз. Белые очки у меня теперь. Мы побежали. Так, спускаемся. Идем. Все. Можно сказать, успели. На этом катере мы поедем. Вот на этом не поедем. Поедем на другой катер. Там мы и покупаемся. Сейчас посмотрим, что путешествие наше какое будет. Вот, опять мы здесь сидим. Зона ожидания. Ты где? Ты без нас что-то была? Да, я с корабль. Ну все, давайте. Садимся. Ну, капитаны... Да, если будет экстремально, то, ну, конечно. 1000 рублей, 13 вот такой большой. А мы находимся вон здесь. Да. Вот, крестьянка здесь, Иркутск вот здесь. 40 минут ехать. Дальше там уже идет. Вот Байкальску здесь. Город самый ближайший. Полтора часа. Вот мы поедем полтора часа. 2000 человек. Самая классная экскурсия — это полтора часа. Как мы поняли. Мы были в тумане, и ничего видно не будет.